Право вето закреплено как раз этим законом, 131 федеральным законом. У нас просто в федеральном законе это имеется, у нас не было, это внесено в устав. Мы его сегодня внесли. Ну и вас как председателя эта норма не смущает, вы с ней готовы дальше работать, что глава города фактически может любое решение заблокировать? Работать будем по этому направлению, не все же решения.